Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитроза. Сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием Unlocked Passman. Мы сегодня попробуем пройти игру на режиме средний. Давайте сейчас... что будем делать? Давайте для начала прочитаем. Головоломок будет больше. Выбраться сложнее. Доктор Кроу лучше слышит. Доктор Кроу стал быстрее. У тебя есть до 3 попыток побега. Доктор Кроу может ползать и прыгать, а также проверять шкафы и кровати. Тут можно вот за рекламки взять песочные часы и поясную сумку. Но давайте мы сегодня не будем брать. Мы сегодня просто поиграем, посмотрим, что у нас новенького добавили. На режиме нормальный. На картинке я там видел, какой-то там был кусачки какие-то. Так, и я бы вам, ребята, советовал играть в эту игру с интернетом, потому что я сейчас ролик переснимаю. И когда играл без интернета, там, к сожалению, мне... писали, что ролик сейчас будет, а ролик так и не появился. Пришлось перезаходить, и я почти прошел на уровне средний. Здесь у нас пусто и густо. Мы движемся дальше. Тут тоже пустотень. Так. Телевизор, кстати, можно включить. Опа! Нукс. Какое-то слово. Нуксел. Ничего себе. Давайте в гараж попробуем зайти. Так, какая-то кнопочка. Не могу дотянуться. Ай-яй-яй. Машина. Туалет у нас открылся, я вижу. Открылся, значит, да, Владимир сюда направляется. Тихо. Мы по-тихому свалим лучше, чем будем тут сидеть у него. Тихо. Спрячемся здесь пока что. Фух, тут это какая-то новая комната с бильярдным столиком. Я вижу, тут он изучал Титаник какой-то, тут вот капитан. Так, но кто же он на самом деле? Кто это доктор Кроу? Там круассанчик себе заныкал. Кто же это доктор Кроу? О! Берешь ты записку, листок. Нуксел, да. Нуксел это 8203. 8203, Владимир, Владимир, не надо меня трогать. Восемь, два, ноль, три. Сюда движемся. 8203. Открылась. Ух ты, это какая-то комната прям пыток каких-то. Мячик. Привет. Я и мячик выкинул. Хоть мячик возьму. Он ушел. Фух. Ничего себе. Повезло мне. Ой, Владимир! Не надо меня трогать. Поймал меня все-таки. Блин, сейчас еще и реклама выскочит мне. Не надо мне, ваш Джон тупой. Нет. Пошли вон. С вашими джумами мне он не надо. Так, давайте возродимся. И мячик у меня сбросился. Стой, хер. И уже в кровяше заляпано. Мячик-то у меня где?
Будем его здесь выжидать, пожалуй. Посмотрим, где он. Ай-яй-яй-яй-яй. Поймал все-таки меня, морда буржуйская. Поймал. Буржуй такой, да? Вот тут у нас какая-то есть комнатка, я вижу, проваленная. Нам наверняка нужно там что-то скинуть, какую-то балку, например. Ну и где ты? Иди сюда. Владимир. О, вот так вот будем выжидать его. Так лучше всего. Владимир. Какая-то башка непонятная там лежит. Или что это такое? Какой-то мешок. Владимир, вы где? Дорогой мой друг. Ну где вы? Где вы, Владимир? Опа. Я его видел, что он туда пошел. Так, ну ё-моё, я даже не знаю. Идти, не идти. Лучше выжидать, мне кажется. Мне кажется, лучше все-таки выжидать. Да, немножечко сыкую я. Ну, что поделаешь? Так, 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 так. Владимир. Что же вы такой наглый? Чего вы не идете вниз? Опа! Идет, идет. Что он там делает? Ушел. Есть. Это наш шанс. Вот мячик. Мы его берем. Так, не сюда. Нам не сюда, нам нужно вот сюда. Так, давайте здесь еще посмотрим, что тут такое интересное у нас имеется в этой комнатушке. Монеты тоже можно было, в принципе, взять. Они мне тоже подходят. Так, 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 так. Медный ключ. Запомнили. Где он у нас? Мы нашумели. Так, тут у нас что? Закрыто. Закрыто. Здесь? Куда это он ушел? Тихо. Тихо сидеть. Куда-то он ушел. Ну вот куда? Это вот вопрос на миллион долларов. Опа! Владимир, тихо. Откройте дверь. Поднимайтесь, поднимайтесь наверх, Владимир. Я вас умоляю.
спрошу. Ой, боюсь, боюсь. Блин. Главной музыки-то нет. Сюда. Ну, здравствуйте. Что ж вы такой нехороший, Владимира? Что ж вы такой нехороший? Уходите, пожалуйста. Я вас умоляю. Надо как-то наверху бы нашуметь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас тут нашумлю специально. Где тут можно скрипнуть? Тихо. По-моему, скрипнули мы. Так. Да ты издеваешься или что? Я бы тебе этим мальчиком по голове как бы дал. Знал бы ты, где раки зимуют. Тихо, пробуем. Есть. Ой, что-то я неладное сделал. Тихо. Владимир, уходите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посидим, подождем. Пока Владимир там побегает. Тихо. Чуть не заметил меня, гад. Тихо. Иди наверх, я тебя умоляю. Иди наверх, прошу тебя. Владимир, ну услышь меня. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Серьезно, серьезно, да? Он гонит просто. Есть! Мы все врубили. Медный ключ. Медный ключ где-то тут был. Вот он. Наверняка он отсюда. Да. Куда нам можно проскочить бы? А? Оть.
Опа! Владимир, ты чё? О! Поймал меня, гад! Залез на машину. Я думал, не залезет. Ну, у нас последняя попыточка осталась, по-моему, да? Я один только раз возрождался. Да, блин, последняя попытка. Последняя попытка, пожалуйста. Владимир. Дайте мне мой последний шанс, дайте. Не могу. А, нет, могу. Есть. Взяли мы чучело заморское. Ой, не знаю, пройдем, не пройдем. Ну, будем надеяться, что да. Последняя попытка. Надо ней дорожить. Надо ею дорожить. Так, как бы нам нормальней. Где-то сидит. Так. Ну, ребят, не знаю. Рисковать не хочется. Может, он... Шум он не слышит, по-моему, да? По-моему, нет. Эх. Он в ту сторону пошел он. Владимир, я вас прошу, не надо делать глупостей. Тихо. Ставим. Не надо. Поймал, гад. Все-таки он поймал. Ну все, Владимир. Пропускаем мы. Сегодня мы не прошли, но вот почти, почти. Вот мы прошли. Думаю, в следующей серии мы еще попробуем, думаю. Еще бы капельку и прошли, я вам это говорю. В следующей серии попробуем. С вами был я, Дмитрий Роза. Мы сегодня играли в игру под названием Unlocked Passman. На этом все. Всем удачи, счастья, добра. Всем пока-пока.